Ну что, ребят, всем привет! С такого полупейзажного места у меня начинается сегодняшнее видео. И движемся мы в Гданьск, в центр. Мне 10 километров еще до туда добираться. И проведем небольшую экскурсию по Гданьску, изучим что-нибудь. Вот оно, полупейзажно, почему утка сидит у меня. Канал какой-то проходит, но рыбы не видно пока что. Ну и все, двигаем вперед. Итак, ребят, мне очень много спасибо за это всем, кто мне оставлял ссылки, писал, какие места можно посетить. Значит, в сегодняшнем видео я просто еду в сторону центра, и, наверное, обзор будет больше вот все, что у меня попадется по пути, и самого центра. А потом уже я понимаю, как мне ехать, куда мне ехать. Посещу, может быть, еще какие-то более отдаленные места, где, куда мне придется ехать на машине. Вот. Буду делать все в будние дни, так меньше будет, я думаю, народа. Все-таки, считайте, уже скоро первые дни лета. Но пока изучим с вами центр Гданьска. Итак, ребят, первое, что привлекло мое внимание, это у нас Старошкотская коллегиальная церковь. Краткая небольшая история этой церкви. Начало этой церкви берет в 1615 году, но на этом месте стоял храм, который сожженный гдачанами в 1734 году во время осады Гданьска. Строительство церкви было завершено 16 ноября 1755 года. В 1777 году рядом с церковью была построена деревянная звонница, которая существует по сей день. Вот она вашему вниманию. И там написано 1777 год. Костел располагался недалеко от иезуитского колледжа, где получил образование Юзеф Вибицких. Это автор национального гимна Польши. В 1807 году во время взятия Гданьска войсками Наполеона церковь лишилась обеих башен. Во время Великой Отечественной войны все витражи были уничтожены. И осталась вот такая у нас лицевая часть. Там у нас здание в стиле замка выполнено, но я не думаю, что это какое-то старое здание. Ну хотя вон башенка рядом там белая, вроде бы такая древняя. А здесь у меня выходит небольшая такая обзорная точка. Ну и видно, что да, старый город, старое красивое здание, большое множество. Ну и поедем туда, в центр сейчас. Итак, здесь просто управленческие здания. Вон там чуть дальше написано Поморский Урзат Воеводский. Вот, как-то так. Национальный музей Гданьска. Один из самых старейших музеев в Польше. А через дорогу от него находится церковь Петра и Павла. Католическая. Так, нужно мне на ту сторону дороги. Придется, наверное, спускаться под землю. Польская орфография. Я так понимаю, это у нас старый город. Я в него попал. Короче, здесь достопримечательность за достопримечательность. Вон, я вижу группу туристов уже. Да, здесь очень красиво.
Очень такие древние здания. Ну и народу здесь, конечно, в понедельник огромное количество. А это одна из достопримечательностей Гданьска – Нептун. Все норовят приехать фоткаться с ним. Ну, а я его сниму на видео. Чем-то очень вкусно пахнет, мне аж есть захотелось. Ну что, проеду вперед-назад. Без комментариев. Все виды водных прогулок здесь. Почему-то на той стороне большинство людей. Не знаю, смотрит на ремонт обычно. Решил я пообедать, потому что впереди еще долгий путь в месте, где была самая большая очередь. Традиционная польская кухня. Ну и взял я себе польский суп, журек с белой колбаской и налесники, то есть по-нашему блины с творогом, булочка и компот. 30 злотых отдал за все. Второе решил не брать, потому что переел бы и не смог бы дальше двигаться. Подкрепился я и вовремя заехал в это место, потому что буквально, когда я уже почти доедал, навалила огромная просто толпа детей. В общем, поел нормально. Единственное, что компот какой-то был, мне кажется, подпорченный немножко. Хотя странно, поток здесь-то огромный людей, как бы все должно обновляться. Или может он такой должен быть по вкусу, не знаю, но я уже присматриваю таблички с туалетом. Что ж, нахожусь сейчас на набережной. Вообще козырное место для отдыха. Колесо обозрения. Ну, туда-то я не пойду. Сиди, релаксируй. Но самое важное, что я жду вон тот кораблик, который там плывет. Жду его обратно, чтобы рассмотреть вблизи. Я так понимаю, далеко он никуда не плывет. Он должен развернуться и плыть обратно. Сейчас подождем.
Польская филармония. Также кораблик стоит. Солдак Чежин. Здесь каруселька, которая пока что не работает. Ну и за моей спиной башня. Корабль, кстати, куда-то уплыл все-таки. Но я думаю, я его дождусь. Закрутилась все-таки каруселька. А вот и кораблик на подходе. На нем проводятся экскурсии. Очень крутой, конечно. Может быть, я чуть позже вернусь и проеду на нем экскурсию. Пиратский корабль. Неизвестно каких веков. Писали, кстати, кто-то мне писал в комментариях по поводу экскурсии на этом корабле. Огромный подъемный мост. Разводной мост. Ну, еще раз с этого ракурса посмотрим. Короче, огромное количество туристов. В первую очередь хочу отметить немцев. Также много русскоговорящих слышится где-то. Ну и просто молодняк сюда приходит, чтобы просто отдыхать и тусоваться. Короче, самое такое, я так понял, это популярное место в Гданьске. Ребят, музей Второй мировой войны с подземной стоянкой. Я даже не знаю, с какой тут стороны объехать его. И где тут вход в этот музей, интересно. И очень интересное здание. А, вход, наверное, у нас внизу. Да. Вот этот главный вход. Что ж, продолжаем наш экскурсионный день в Гданьске. И я добрался до библиотеки Гданьска Польской Академии Наук. Вот так. Очень крутое здание. Старая постройка. Год пытался сейчас в интернете на скорую руку найти, но так и не нашел. Тут какое-то затрудненное движение, объезд. Видите, как удобно быть на велосипеде, что тебе не надо париться ни о чем. Ну и здесь кругом, в общем. Церкви, ратуши какие-то. Красивое здание древнее. Поедем, почитаем, какого года библиотека построена. ...1596 год. Память Яна Бернарда. Я не знаю, если вам видно, надеюсь, видно табличка. Ну, обычно на всех исторических зданиях присутствуют таблички, где можно прочитать информацию. Очень серьезная постройка. И это у нас, я забыл длинные слова, сейчас скажу вам, что это у нас. Это международный центр какой-то там, Европейский центр солидарности. Ну, довольно-таки, я думаю, давно это было построено. Живе Беларусь, вон вижу надпись. Да, здесь можно почитать таблички. Еще 987.
2007 год. Совсем я понял, что написано. Ну, гигантская. Гигантские постройки. Да, очень много всего. Везде, в принципе, нужно брать экскурсии, если есть с русскоговорящей информацией. Потому что очень много чего непонятно. Ну и здесь, оказывается, можно внутрь входить. В данном случае я въехал сюда. Хотел к Живе Беларусь проехать, но не вижу я проезда. Что ж, покатаюсь еще немножко. Посмотрю что-то. Ну, все, конечно же, за один раз показать нереально. Ну и так, в общем, очень красивый город. Резкий поворот налево. Поэтому все, кто, если планирует когда-то попасть в Гданьск, то едьте, даже не задумываясь. Не знаю, что я сюда приехал, но было написано «остров», но это просто старое промышленное здание, порта. Ничего такого здесь нету. Ремонты корабликов разные. Что ж, поеду обратно в цивилизацию. Здесь такие старые тоже, конечно, древние фабричные, как так сказать, промышленные здания. Нужно еще где-то найти что-то красивое, отснять вам и возвращаться обратно, потому что батарея у меня уже заканчивается на камере. Это вообще кто? Кто даст правильный ответ? Поверните налево. Добрался до места, до которого хотел. На нем будет здесь финальная часть моего видео. Здесь бывшее укрепление, а сейчас это, насколько я понял, самая высокая точка в Гданьске. И отсюда распахивается весь Гданьск. Здесь есть бинокль за 5 злотых и за 2 злотых. В чем разница, я не знаю, но должны у вас быть копейки. Немножко истории Гданьска. Гданьск впервые упоминался в летописях в 1997 году. Однако, по данным археологических раскопок, поселение на месте Гданьска уже существовало в V веке нашей эры. С 1997 по 1308 год Гданьск находился в составе Польши. 14 ноября 1308 года был захвачен рыцарями Тевтонского ордена, присоединен к Пруссии и переименован как Данцы. С 1361 года Гданьск становился членом Ганзейского союза, причем одним из важнейших. В ходе войны за польское наследство город был взят войсками русского генерала Миниха. В 1793 году в результате раздела Польши Гданьск достался Пруссии и снова стал Данцигом. После взятия в 1807 году французами Данциг был объявлен вольным городом, но после разорительной осады в 1813 году вернулся обратно к Пруссии. И сейчас у нас это польский город, один из крупных польских городов. В 1939 году Германия потребовала от Польской республики возвратить город, а также предоставить Германии пути в обход Данцигского коридора для связи с Восточной Пруссией. Отказ Польши стал формальным поводом к началу Второй мировой войны. Вот такие вот интересные события происходили здесь. 1 сентября 1939 года в Гданьске немецкими войсками были атакованы польская почта и небольшой польский гарнизон в форте Вестерплатте. Гданьск был освобожден советскими войсками в конце марта 1945 года. В ходе бомбардировок и штурма советскими войсками город был сильно разрушен. В центре разрушения достигали 70-80%. Ну и теперь, как видите, можно считать, культурная столица Польши. Также Гданьск является, естественно, крупным туристическим центром в летнее время.
время. И со всего Евросоюза едут в Гданьск посмотреть на местные красоты и на город, и на косу, и на все остальное. Здесь также на вершине располагаются такие вот бункеры, в которых проходят информативные занятия. Голосовым сопровождением. Их здесь много. Около 8, наверное, я насчитал. В принципе, много где побывал, старый город, и все, точнее, многие из достопримечательностей также посетил. В принципе, думаю, неплохая прогулка получилась, поэтому, как всегда, с вас лайк, вопросы, комментарии. Всем спасибо, до новых встреч, пока!